Ребята, есть хорошие новости. Экосистема Нейры, Аврора дорожают в целом. Вот токен Три Соларис стоил меньше доллара, уже стоит 1,7 доллара. Значит, помимо этого, они сделали прикольный бридж Три Соларис from Terra Luna. Слышал где-то о крипте, и ты хочешь знать зачем? Теперь тренд на NFT, ты пришел на про блокчейн. Соответственно, теперь сюда еще больше TVL пойдет, и новые фарминги, большая доходность. Будут потихонечку здесь люди как бы осваиваться. И еще у нас Аврора, это, соответственно, токен блокчейна, на котором, ну или Layer 2, неважно. Аврора. Вот так. Тоже дорожает. И сам Нер по себе тоже дорожает. Вот Аврора уже 14 долларов. Потихонечку она вот, видите, с 11 долларов дорожает, дорожает. И Нер тоже. Это все одна экосистема. И так хорошо, что мы крепко в нее залетели и пользовались бриджами. Вот, пожалуйста, Нер тоже подорожал на 32%. Заходили мы через Нер, Нер откупили. И, соответственно, теперь у нас есть и Три Соларис, и Нер, и Аврора. И есть пулы на Авроре, на Три Соларисе. Вот у нас есть пул и Три Соларис, обернутый Нер. Соответственно, там и Три Соларис, и Нер, который дорожает. И есть у нас второй пул Нер USDT, тоже, который, по сути, дорожает. В общем, всем профита, ребята. Ну что, вот мы и дождались. Наконец-то у нас Uniswap добавил полигон. Ребята, видите, по красоте все красиво, полигон. По-моему, суши уже давно это сделали, но теперь и Uniswap. Это супер. Ребята большие, да. Ну, теперь, когда вы загружаетесь, и вот у меня был подключен в кошельке полигон, я обновился, видите, вот теперь показывается полигон. Сразу подтягивает, сколько у меня полигонов матиков на аккаунте. И предлагает вам, если у вас, соответственно, матиков нет, да, то есть Uniswap на полигон. Чтобы начать торговать на полигон, сначала соедините свои активы с L1 на L2, внесите активы. То есть вы, когда нажмете вот сюда, на «Внести активы», вас перебросит на бридж от Polygon. Видите, что wallet.polygon.technology bridge. То есть это тот самый бридж, который мы много раз показывали. И вы уже отсюда из эфириума, из Ethereum Chain можете перебросить необходимые вам активы. Вот, и потом уже снять ее в Polygon Chain. Все это можно сделать, трансфернуть. У нас даже, по-моему, и в Академии есть по бриджам. Отдельно Макс записывал. Да и на прямых эфирах мы про это рассказывали. Так что все, ждем теперь движухи более плотной на Uniswap. То есть мне интересно, конечно, что тут будет касательно Uniswap V3 именно. То есть будут ли работать здесь пулы V3, да, то есть это все-таки, да, смотрите, то есть узнать подробнее о ликвидности на V3. То есть, по сути, теперь Uniswap V3 будет работать на полигон. И вот это самое интересное. То есть за счет того, что здесь комиссии куда меньше, здесь теперь появятся супер-классные стратегии, когда можно будет в очень коротких диапазонах создавать несколько пулов, там буквально в 0,5-1% вы будете ставить в хороших парах, и у вас там будет очень сосредоточенная ликвидность и проскальзывание. Ну, короче, это хорошо для всех. То есть и зарабатывать можно будет меньше, вот, больше, прошу прощения, и, соответственно, комиссии станут меньше. То есть для тех, кто будет менять на полигоне, очень узкий спред будет, а для тех, кто будет предоставлять ликвидность, вот в этих узких диапазонах будет хорошая все равно при этом доходность. Также я всех хочу поздравить с Матиком. Матик преодолел новую all-time high. Напоминаю, что они сейчас приобрели несколько команд, которые работают Zcash-лапами. У нас был Рома из Торнадо Кэш про это рассказывал. И в целом выглядят очень перспективно, тем более, что сейчас начал дорожать рынок DeFi весь. И Matic тому не исключение, потому что очень много TVL на Matic в том числе. Поэтому сейчас тренд на 2022 год, там есть несколько направлений. И это первое, это DeFi сектор и Layer 2 решения, которые помогают там масштабироваться и ускоряться эфиру. Второе, это NFT направление, оно никуда не уходит, оно будет продолжать качать. И третье, это метавселенные, тоже будут продолжать качать. Поэтому у нас в целом есть все эти индексы, связанные с данными секторами. Первый, это NFT индекс, второй, это Metaverse индекс, и третий, это CMI индекс, который на полигоне. Кстати, он тоже сейчас стал
востребован, в него полился TVL, уже почти 300 тысяч долларов в нем. Сюда входят всего три актива. Обернутый биток, обернутый эфир и USDC coin. Ничего вам не надо, просто красивенько покупайте постоянно этот индекс, и будет вам счастье в долгую. Всем про. Но, наверное, все пулы сместятся у нас в диапазон. То есть 1% пулы для редких таких волатильных активов. Есть 0,5%, есть 0,3%, потом 1%, 0,05%, и уже добавил Uniswap 0,01%. Но это для стейблкоинов. Вот это все мы будем тоже тестировать. Мне прям интересно. То есть, если мы захотим открыть новую позицию, допустим, в Matic и USDC. Ну, для этого мне надо там, да, пойти в USDC, у меня, видите, нулевой баланс. Но он нам предлагает, кстати, 0,3%, и я могу сузить теперь, да, то есть я могу прям жестко заужать диапазон, и, допустим, вот он там будет торговаться, то есть буквально там сопоставлять там руками, да, не 7, а вот там 1,7, 1,5%, или там 0,25, 0,3%, вот такие какие-то сумасшедшие диапазоны, и предоставлять сюда очень концентрированную ликвидность, и на этом прям неплохо зарабатывать. Об этом всем будем разговаривать, наверное, с вами еще и в пятницу, и вот на следующей неделе прям все это будем тестировать, и в чат охотников за иксами прям будем скидывать разные стратегии и новые инструменты и протоколы, которые позволяют автоматизировать вот эту вот ребалансировку именно в V3 пулов, или еще отдельно ее стейкать, как типа Visi Finance или Visumi Finance. В общем, будет много интересной информации теперь по Uniswap V3 именно на полигоне. А перед тем, как вы продолжите просмотр, 30 секунд полезнейшей информации. Если у вас бывает необходимость обменять криптовалюту на рубли, или наоборот, приобрести криптовалюту за рубли или какие-то другие средства, для таких случаев существует мониторинг обменных пунктов, BestChange, и на нем все максимально просто. Ищите, что вы хотите отдать, например, Ripple. А справа выбираете, что вы хотите получить взамен, например, Сбербанк. Далее, в окошке справа, вы увидите отсортированные обменные пункты, курс валюты на них и оставшийся резерв. Тут же вы можете перейти на страницу с отзывами, а также заценить рейтинг этого обменника. И если вас все устраивает, вы можете нажать на ссылку сверху и перейти уже на сайт обменника, где вы можете совершить операцию обмена. Вот так все просто. А теперь продолжайте просмотр. Токен GNFT – это governance токен, и есть у индекса доход, да? То есть смотрите, у индекса, видите, 10% годовых – это стриминг фи. И вот видите, вот сюда оно накапливается, 2459 долларов за, там, допустим, неделю здесь накопилось. И вот в конце месяца эта денежка, половина из нее, видите, идет. Половина из стриминг фи идет на откупку GNFT, Governance Token of NFT Index.tech. То есть как раз GNFT является токеном управления всех индексов. Сейчас индексов три. Это NFT индекс, NFTI, это Metaverse индекс, MetaI, и CMI, это Crypto Market Index, там где три актива. Доллар, биткоин и эфир. И вот со всех этих индексов накопленный стриминг фи, половинка идет каждый месяц на откуп вот этих вот токенов GNFT, поэтому, собственно, он дорожает и, скорее всего, в следующем году продолжит расти. И если он сейчас стоит там $14, то, может быть, к концу месяца он будет стоить, там, не знаю, 40-50, в следующем году он может стоить и $1000 и больше, потому что всего этих токенов выпущено 100 тысяч, то есть не миллионы, а всего 100 тысяч этих токенов, это очень мало. Значит, он управляющий токен всех индексов, а их три на данный момент: NFTI, CMI и Metaverse Index. Мы очень этому рады, конечно, безусловно, но непонятно, как дальнейшее развитие какое будет, но в целом, как бы, токеномика очень интересная у GNFT, прям совершенно точно и однозначно. Поэтому вы так обратите на него внимание, уж покупать там, не покупать, я не знаю, инвестсоветы мы не можем раздавать, но в целом смотрится интересно. Все, всех обнял. Кстати, он ходил за сутки с $3 до 68, и сейчас скорректировался там порядка $40. Но это все равно очень много. Короче, на падающем рынке мало кто такие иксы прям дает. Еще пару слов. Здесь вот скрин Easy Finance. Мы зашли на приватном раунде по 0.04. У нас получилась цена. Сейчас данный актив уже стоит 0.2.
и, видимо, будет продолжать как бы дорожать. Мы пока что держим, 10% у нас разблокировано, мы ничего не фиксируем, как бы просто держим. Поэтому все круто получается. Обратите внимание, значит, они будут делать такую мощную штуку, что вашу ликвидность, которую вы предоставляете на Uniswap, можно будет еще брать эти NFT-шки и дальше размещать, и дальше получать доходность. NFT, SLP, Shiba, Foki, Doge, это денежный дождь.